и мальчули, кстати, тоже. Еще раз всем большой привет. Мы тут сидим, пьем шампусик с сестричкой, с доченькой. Ну, заглядывай сюда. Да, всем-всем-всем привет, Ксаночка, мы о тебе уже все тоже знаем. Марина Мордовина такое тоже видео прислала для Даши, поздравила. Ну, я завтра еще об этом скажу обязательно. Девчонки, всем спасибо, кто поздравил нашу Дашеньку. Об этом я еще раз говорю, скажу завтра. Ну, а мы тут сидим с девочками немножко, вот. Я только с работы пришла, немножко расслабляемся. Вот. Поужинаем, посидим, попьем шампанского, и я буду готовить уже стол потихоньку на завтра. Хочу сегодня салатики кое-какие поделать, чтобы завтра как бы этим уже не заниматься. Всех с наступающим праздником, хороших выходных. Неделя была длинная и тяжелая. Всем самого доброго утра. На часах у нас 10 часов. Мы уже все попросыпались. И сейчас будем готовиться к очень важному дню. У нас сегодня 21 февраля, и мы сегодня будем отмечать Дашулькин день рождения. Вот такая вот у нас красивая единичка есть. Да, Денис уже сходил за шариками, к нам придут гости. Что смогу, буду снимать, но если что, не судите строго. Вот, и сейчас пойдем готовить. Я вчера уже сделала 2 салата, мимозу и селедку под шубой. Вот сейчас тоже с девчонками на кухне стряпаем, а потом мы меняемся. Приходит на кухню Горюшка, он делает горячее, а мы идем сервировать стол. Ну, в принципе, как всегда. Вот такая вот у нас суета на кухне. Я уже сделала гренки на бутерброды. Это фарш на гнезда. Игорюшка мне уже натер сыр. Сейчас буду делать рулет. Вот такие вот у меня заготовочки. И в холодильнике уже 2 салата готово. Девчонки режут оливье. Так, я уже наделала полуфабрикаты первого горячего. Это у нас гнезда. Фарш сделала, налепила такие кружочки, котлетки. Сделала углубление и начинила с сыром, с чесноком, с майонезом. Сверху еще посыплю... Если, конечно, не забуду, то у меня бывает такое, укропом. И все это отправится в духовку, готовится. Смотрите, какую мы сделали фотозону. Это у нас такая единичка, единичка. Да, флажочки повесили. Здесь вот как могли прикрепили гирлянду. Колпачки у нас уже готовы, но с колпачками мы немножко с Алинкой ошиблись. Денис их как мог сейчас доделал, довел до ума. Но в любом случае, получится, не получится. Так, шарики у нас развесить осталось, и мы потихонечку собираем стол. Здесь будут мальчишки сидеть, вот у них такие тарелочки нарядные. Вообще было принято решение, раз это детский день рождения, вот такие вот, если вы заметили, стаканчики я нарядные поставила. У меня их, правда, 6 штук. Вот. У Дениски будет вот такой вот стакан. Совсем-совсем взрослый. А тут вот такие вот стаканчики цветные поставила. Ну, вроде как. Вот. Салфеточки обязательно такие детские. У Глеба и у Сережки тарелочки вот такие вот будут нарядные. А так, в общем-то, стаканчики тоже поставили им такие. Вот. Ну и потихонечку, в общем, уже сервируем, собираем стол. Потому что у нас сегодня день рождения. Так, ну у нас, смотрите, уже на столе шуба, любимый оливье, рулеты с крабов, мимоза сегодня, бутерброды. И все-таки мы решили сразу подать отбивные и картошку, а гнезда чуточку попозже. Вот, поэтому здесь вот оставили место для горячего. И у нас уже на подходе первые гости. Мальчишки уже собраны. Почему? Да, колпачок. Глебулька, а колпачок-то одевать? Иди колпачок одевай. Так, я вам Дашульку не показала, наша нарядная. Дашуля наша, принцесса. Колпачок будешь одевать? По-моему, ты точно его одевать не будешь. Да, мы сегодня... О, Глеб, покажись. Во. Надо, конечно, надо. Мне давайте.
Ириска. А как вы догадались? Вот и первые гости наши. Здравствуйте. Заходите. Здравствуйте. Две бабушки и две это. Да, так, наша крестная пришла. С Полишкой, с Сашей. Вот они все. Даша рада. Что там происходит, Дашуля? Даша, крестная приехала. Даша, гости пришли. Смотри, какая домашняя. Так, ладненько, пойду, а то у меня там еще все шкварчит. Так, Полинка засмущалась, мальчишек, наверное. Даша, бери подарок. Боже, какая. Смотри, что там. Да ладно, меньше плачу. Не-не-не, вот и все. Ну, у нас это бы... Это, да, это нормальное явление. Заходите. Все, теперь у нас стол полностью готов. Ну, еще одно горячее просто пока еще томится в духовке. Да, вот и Люся с Лешей подошли. Домофон звонит. А вон Даша, даже меня. Фотографироваться с девчонки не получается. О, я вам хоть покажусь. Я говорю, фотографироваться не получается. Даша немножко от такого скопления людей растерялась, немножечко поплакивает, да. Иди с тобой щелкнемся вот так. Вот, ну что, короче, получится. Привет, гости, по умолчанию. Привет, заходите. Ой, Игорюшка, мы уже фотосессились чуть-чуть, сейчас еще... Нет, Игорюша не любит фоткаться. Пытаемся, пока все в сборе, пытаемся сфотографироваться. Так, все умещаются. Дашуля! Клюков. А что такое клюков? Фанфары, с днем рождения, Дашулька! Рыбонка ест. Алина, сок. Ну, мы, в принципе, все уже собрались на нашем празднике. Я сегодня, хоть и бабушка, но немножко поруковожу. Все собрались, вот пришли. Крестная, помаши ручку, да, с Сашей, с Полинкой. Да, пришли. Саша так тоже крест. Пришли, да, естественно. Пришли Люда с Лешей, они там за кадром, я их покажу вас потом. Да, вот Леша, Люда сейчас снимает. Ну, а остальных всех вы знаете. Сестричка моя приехала с мальчишками. Они с соседнего дома, значит, пришли. А остальных все знаете. Самый на поезде. Саратова. Родителей Дашиных вы знаете. Ну, нет у нас крестного сегодня. Так сложилось. Вот. Но я думаю, что уже, в принципе, можно начинать. Чей сегодня день рождения? Дашин! Для кого пекут пирог? Даша. Кто сегодня от волнения до утра заснуть не мог? Даша. Кто с утра такой нарядный? И кого подарки ждут? Даша. Подскажите поскорее, как именинницу зовут? Даша! Правильно! Радость Даша. Ну что же, Даша, сегодня твой день, и нам поздравлять тебя будет не лень. А что же такое день рождения? Что такое день рождения, Глебушка? Это когда человеку исполняется либо 5, либо 6 лет, его поздравляют, дают подарки. Да, день рождения – это когда человеку дарят подарки, самое главное. Ну, я отвечу без сомнения, что такое день рождения. День подарков, пирогов, день улыбок и цветов. Если в дом приходят гости, стол заполнен угощением, это значит, что у Даши сегодня день рождения. Если все подарки дарят, сладкое едят, печенье – значит точно, что у Даши сегодня день рождения. От чего играем в игры и другие развлечения? От того, что у нашей Даши сегодня день рождения. Пожелаем ей удачи и здоровья пожелаем дружно все. Сегодня скажем поздравляем! 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 И дружно рюмки наполняем. Первый тост за Дашеньку. Вместе выпиваем! Мы начинаем поздравления подарков именинницы вручения. Да, и слово предоставляется родителям. Я знаю, что вы уже подарили, ребята, своей девочке любимые подарки. Просто скажите об этом.
что вы уже подарили. А так мы просто ждем пожеланий от вас, слов. Пока она не вылезет, не пущу. Ну, мы в очередной раз поздравляем нашу Дашечку с первым с таким очень важным годиком, да, потому что, казалось бы, прошел год, и вот уже она такая вот большая, уже и ходит у нас, и бегает. И вот, честно говоря, мы так этому удивлены, что время так быстро пролетело. Но это были очень классные 365 дней. А, сказала, когда, точно. Вот. А что мы хотим пожелать нашей Даше? Ну, конечно, самое главное, это здоровье, счастье, чтобы она была нашим телетиком, улыбчивым, озорным всегда. Один годик. Уже не сколько, один год. И, ну, давайте все тихонечко скажем, Даша, с днем рождения! С днем рождения! С дедуля! С днем рождения! Ура! Детки, мальчишки, с днем рождения, ура! Она только всегда будет здорова и улыбается. Самое главное. Ну, а подарили вы там кучу ей игрушек, я показывала как-то во влоге, поэтому... Да. Даже как можно сказать, у Даши теперь есть подруга Неваляша Глаша. Неваляша Глаша, да. Есть подружка Инна, ее подарила. Подружка Инна, да. Бабушка и дедушка подарили. Но это приложение к подарку. Какая принцесса она. Она сама назвала мне подарок. Она. Про нашу девчонку, про наше солнышко, про нашу цыпленку. Сначала думал, хотел сказать, что это, вот, несмотря ни на что, это самое главное событие, как бы, в прошедшем году. Вот. Но сейчас я хочу сказать, что это одно из самых главных событий, наверное, в нашей жизни. Не наверное, не точно. Вот. Наша жизнь изменилась. Она подчинена этому родничку нашему. Вот. Чепленка, за тебя, за твое здоровье, за твою радость, за твою силу, которую ты даешь нам всем, не подозревая об этом. Чепленка, за тебя. Моя запуска. Ура! Дедушка называет Дашулю. Родники серебряные, россыпь золотая, зазуленька. Подожди, Игорюшенька, мы же должны поздравить. Куклу Инну мы подарили, а еще дарим Дашульке вот такую вот музыкальную открыточку. А еще я наблюдаю, Ника сидит, какие-то дела делает. А там сюрпризик, да, в открыточке, видели? Купите себе, что, точнее, Даше, что считаете нужным. Вот дело, Барас, отсюда. А сюрпризик она уже успела вытащить. Ну, за сказанное. Ура! Прислал телеграммы, но мы не знаем от кого. И сейчас все вместе с вами, Настюш, проходи. Будем отгадывать, от кого. Слушайте внимательно. Особенно детки. Пусть сначала детки угадывают. У малыша на дне рождения объелся сильно я вареньем. Прилететь к вам не смогу. Я больной сейчас лежу. Сплю и вижу чудный сон. С днем рождения! Карлосон. Карлосон! Карлосончик. Следующая телеграмма. В шляпе я широкополый, заблудился на луне. Коротышка я веселый, все детишки рады мне. Всем рассказываю байки. С днем рождения, ваш? Незнайка. Молодцы. Я хотел сказать байка. На день рождения к вам спешу, но на спине свой дом тащу. Под ним не ведаю я страха. С приветом всем. Я... Чебураха. Улита. Черепаха. Деня, молодец.
Я мальчишка деревянный, я доверчивый, простой. Позабыл я, как ни странно, где мой ключик золотой. Нос длинным, острым, тонким я проткнул одну картину. Нос застрял, нужна подмога. Дашеньку, с днем рождения, я... Булатино! Глебуля, молодец! Следующая загадка очень сложная. Гномы, короли, придворные, а также все мои знакомые спешат поздравить с днем рождения и дружно попросить прощения, что праздник посетить не смогут, размыло в Англии дорогу. Добрая, сердечная и в меру сладкоежка, очень развеселая ваша... Белоснежка. Белоснежка! Вот сколько телеграмм прислали наши Дашеньки. А сейчас ждет с нетерпением сказать слова для Дашули. Поздравления семья Козыревых, в частности, крестная. Замечательный тост сказала крестная. Это же крестная, как крещение, таинство. Вот и крестная тост такой сказала. Никто не слышал, но от души спасибо большое. Полинка, скажи, с днем рождения! Главная песня на день рождения. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, пой, Денис! День рождения только раз в году. Терпением ждет сказать слова поздравления бабушка. Еще одна приехала к нам с Саратова. Бабушка Ира. Давайте переснимем этот кадр. Шучу, нет, горжусь тем, что да, я бабушка. Я Дашеньке, конечно, я все скажу, когда она вырастет, еще неоднократно. Мой тост, наверное, родителям. Может быть, он не третий, как там положено, еще что-то. Я, во-первых, хочу, конечно, сказать вам спасибо за такую девочку. Спасибо за ваше смелое решение дать ей жизнь, несмотря на то, что оно было неожиданным для вас, нежданным таким счастьем. Вы молодцы, что вы крепанулись, конечно, ну, там, не без помощи родителей, но решили, что да, никогда лучше, то есть, сделать и идти вперед. То есть не усомнились, ничего, я, кстати, узнала первое. Вообще. Я хочу сказать, да, за обоих родителей, конечно, Настя очень важно сказала про маму, я сейчас это продолжу. Я хочу обоих родителей отметить. Я помню, когда я приехала, когда Даша только-только родилась. Как Денис смотрел, как я ее пою водичкой, учился. Потом, мне кажется, даже что-то писал в WhatsApp по имени. Он очень трепет, да, он очень боялся, но потом я считаю, что Денис очень хорошо справлялся. Я ему писала об этом. Что, Денис, я очень горжусь, что ты такой папа, потому что Алинке у нас был немножко сложноватый период материнства, и это тоже нормально. И теперь, конечно, хочу сказать отдельно, Денис, спасибо тебе, я тебя очень сильно люблю, я рада, что ты дашь мне такой папа. И теперь хочу, конечно, сказать Алиночке. Алин, она сегодня перед тем, как встречать, она, я уже не могу, я ничего не хочу, я не успела этот тот, да, Алина, с рождением ребенка. Жизнь никогда не будет прежней. Возможно, когда-то придется встречать гостей уже Дашных, и ты выйдешь совсем не накрашенной, с бугудями на голове, потому что теперь жизнь крутится вокруг ребенка. Хотя хочу сказать, что слава Богу, увидеть твою сладость еще так, ты имеешь возможность, желание накраситься, привестись. Ты умничка, ты очень хорошо всегда выглядишь. Все же я скажу, что действительно, мы женщины, у меня мурашки по коже, я потому что это знаю. И как папа не был важен, мы мамы. И с рождением ребенка на сердце каждой мамы, я уже тебе это говорила, открывается кровоточащая рана, которая не заживает уже никогда. Даже когда Даша будет как тебе, Юля, даже когда Даша будет как я, потому что наша мама тоже за нас переживает. Это и вот и за Дениса мама, это пожизненная рана, которая, как бы это страшно ни звучало, но это приятная боль и материнская. Я тебя очень сильно люблю. Ты взрослая теперь у нас женщина. И я хочу подарок сделать тебе, как маме.
Это для тебя. Спасибо тебе, что ты подарила. Открывай, что там такое? Вот. Ничего себе. Я тебя очень сильно люблю, я горжусь тобой. Я знаю, там что-то золотое уже. Раз я такая... тоже по коробочке смею положить, что там что-то необычное. Так. Покажи! Браслет. Браслет золотой! Да. Ой! Да. Ну, Ира! Я просто растеряна немного. Покажи поближе. Да, ты дала жизнь Дашеньке. Потом Дашенька у тебя стырит его. В общем, все как должно быть. Да, давайте за родителей. Ну, раз уж да, такой тост. Денис, ну, прости, мы без браслета, но я тебе все равно очень люблю. Давайте за родителей стоя поднимем. Да, ура! Спасибо. Кстати, Ира вылетела в Москву, когда узнала, что родилась Даша первым рейсом. Я просила к медсестре, подходила, разрешите ночевать здесь. Да, у Алины была отдельная палата, но не разрешили ночевать, целый день находиться можно было, да. А мне разрешали. Да? Угу. Ну вот. Постоянно кто-то тусил. Ладненько, замечательные слова, спасибо. Да. А вот и гнезда подоспели, но, как всегда, когда уже процесс идет, конечно же, я забыла их посыпать укропом. Я его, в принципе, даже не нарезала. Ну, ничего страшного. Мы решили сделать вот такое ассорти. Подложить картошки к мясу, гнезда. Сейчас будем пробовать. Поздравить? Люда с Лешей поздравляют. Дашулечка! А спеть я хочу. Вот что. Про тебя, Даш. Дашуля? Ну ладно, пусть она там. Я так спою. Люблю. Люблю, Дашуленьку люблю, 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 Дашуленьку люблю. Дашуля, Дашуля, фиалочка моя, Дашуля, Дашуля, я так люблю тебя. Ура! А еще это еще не все. Я хочу сказать, что я люблю очень родителей, потому что Дашенька — это ваша частичка, ваша кровиночка. И, естественно, у таких замечательных, красивых, прям просто красавчиков родителей, ну не может быть некрасивая девочка. Девочка просто ангелочек, просто наше солнышко. Она аленький цветочек, наша фиалочка, наша рыбонька золотая. Вот, поэтому я хочу, чтобы она выросла реально вот красивой девочкой, умненькой, здоровенькой, чтобы радовала вас всегда. И, естественно, добивалась всего, чтобы у нее было, будет много побед в жизни. И только побед, Дашуль, слышишь меня? Вот, поэтому за тебя, Дашуля, и за родителей, конечно. Ну, а я только могу сказать, развивайте музыкальный слух. Леха в своем репертуаре. Спасибо. А что, мы будем, вернее, она ее обучит. Леха будет вести вокал. А вдруг я его продюсером стану? Что знает? Ладно, Леша реализует свои мечты. Ура! Спасибо. Развивайте слух. И чтобы, в принципе, мы все творческие люди, и она тоже творческий человек, она уже поет, я это чувствую. Так что будем петь вместе. Продюсер говорит. Ну, и что надо сказать? А это на процветание. Курсы по вокалу. А дайте я сфотографирую. Глебушка будет поздравлять Дашу. Ну? Даша, я тебя очень люблю, желаю тебе много здоровья, счастья, всех побед! Я хоть и начинающий еще блогер, но не могу об этом не сказать, имея уже 1000 с лишним подписчиков. Я хочу сказать огромное спасибо нашим девчонкам, которые нас смотрят. Игорёшка, Саночка, Марина Мордовина, Людочка Ефремова, Людмила Горина. Боюсь, вот я когда начинаю перечислять, я все время путаюсь и волнуюсь. В общем, хочется сказать вам огромное спасибо за поздравления. Оксаночка, тебе огромное спасибо за подарок. Алин, понравился тебе подарок? Очень. Спасибо большое еще раз. Саночка нам подарила замечательное красивое платьюшко. Я обязательно вставлю во влог
и игрушку для Дашули. Спасибо вам большое за такие подарочки классненькие для нашей Дашульки. Все очень понравилось. Платье вообще прелесть, ткань такая приятная. Будем носить с удовольствием. Спасибо. Мариночка Мордовина сделала замечательное видео и поздравление для Даши. Я тоже его вставлю в этот праздничный влог. С днем рождения тебя, Дарья милая моя, ты идеальная, здесь сомнений нет. И красива, и умна, для успеха рождена, а твоя улыбка, будто солнце яркий свет. В праздник желаю счастья и здоровья, чтобы жизнь твоя наполнилась любовью, чтоб исполнялись все твои желания, радости, добра и процветания. Счастья желаю. А вообще я хочу сказать, что Мариночка Мордовина вот на протяжении 12 месяцев поздравляла Дашулю каждый месяц. Вот казалось бы, да, мы совершенно, в принципе, ну, сейчас уже, конечно, мы не чужие люди, мы уже общаемся довольно часто, а так, по сути, да, вот кто мы есть, и она так приятно каждый месяц, с утра, причем, вот я на работу приходила, смотрю, у меня поздравления, 2, 3, 4 с месяца, и вот до 12 месяцев, на 12 месяцев, на год Мариночка прислала замечательное видео поздравление. Оксаночка прислала замечательный подарок, причем через почту, это было так приятно. Всем девчонкам, Леночка, дневник начинающих дачников, Людочка, еще раз говорю, Ефремова, Людочка Горина, спасибо всем за поздравления. Поздравляли и Дашульку, поздравляли и родителей, поздравляли и бабушку с дедушкой. Очень приятно, очень трогательно. А я хочу сказать по поводу вот Ксаночки, когда Алинка ты рожала, она в 9 часов вечера ее уже увели в родильную палату. Мы с Ксаной переписывались, наверное, часов до 2-3 ночи, это точно. И вот она мне уже пишет, говорит, Юлечка, сейчас помолюсь за Алину, пришли мне ее имя, как ее крестили. Ну, имя Алины нет, а крестили мы ее как Елена, ее день ангела 3 июня. И вот с Саночкой мы не спали, вот насколько это было возможно. Потом уже просто обе вырубились и до утра. Утром уже, конечно, я с 5, наверное, утра уже поспали там пару часов, можно сказать, на ногах. И вот нам в 10-10 нам сообщила, причем сама Алина, что она родила этого замечательного ангелочка нам. И через час мы с Денисом уже были в родильной палате. И поэтому мне хотелось бы сейчас выпить за все поздравления, которые звучали сегодня, за все поздравления, которые нам присылали для Дашульки. В день ее рождения, родилась она у нас 17 февраля 20-го. Дашулька со стакана уже пьет у нас, учится. Но, правда, сама пока еще не держит стакан. Что в рот не попало, на платье пролилось. Ой. Передавали поздравления. С солнечной Кохляндии. Вот. Про дедушка, про бабушка. Вот. Ну, естественно, поздравления из Саратова от дедушки и бабушки. Вот. Из Копьяра от дедушки. Вот. В общем, я предлагаю за них выпить. Все-таки, как ни крути, это такое, ну, начало благодаря чему было положено это чудо наше. Это наше счастье. Вот. И дай Бог здоровья еще раз. Здоровья, счастья и радости побольше. И мирных дней, и солнышко над головой, и улыбок побольше. И шариков. Yeah.
Помочь. Я хочу выпить за тебя. Я хочу поблагодарить тебя за этих девочек. Вот. В частности, за эту девочку. Это за меня девочки. Угу. Да. А я? За этих девочек? Это моя. Но в частности, за эту девочку. За вот эту девочку. Да. Мам, тебе огромное спасибо. Игорёша за тёщеньку тост говорит. Папам огромное спасибо обоим. Пап Серёж, тебе особенное спасибо. Вот, мам, за тебя, ты это, вот благодаря тебе сегодня этот день вот такой вот, вот у меня есть такой вот день, сегодня мы празднуем день рождения нашей россыпи золотой, нашего родничка серебряного. Это благодаря тебе, спасибо тебе, за всех них. Ты у нас самая лучшая, я тебя люблю. И мы тебя любим, Игорёшка. Тёща, люблю тебя. Днём рождения тебя, с днём рождения, Даша, с днём рождения тебя. Дашенька, пойди. Давай, задувай, Даша. Дуй, где ветер? Дуй! Где, Даша, где ветер? Дуй. Дуй! Даша, где ветер, Даша? Раз, включите свет, пожалуйста. Два. Включите свет. Где ветер, Даша? Дуй, где ветер? Дуй. Ты скорее светишь. Давай, где ветер? Дуй. Ой, пальчик надо обязательно. Ну давайте, давайте поможем, давайте, Даша. Давайте, раз, два, три. А пальчик можно? Надо пальчик нам вот так попробовать. Чуть-чуть дело было. Ва-а-а! Дашин тортик! Тортик! Первое дело было такое, да? Вкусненько. Пальчиком ковырнуть вот так. Так, тут сердечко. А покажите тортик, какой один год у власти. Дайте хоть покажу, что вот. Пальчик надо, давай. Так, свечку убираем. Так, вкусненько. Вкусненько! Очень вкусненько было дело. Полина, ковырни пальчиком тоже, Полина. Пальчиком тортик ковырни. Шарик. Вот, молодец. Ой, молодец! Аплодисменты! Так, Денис. Пойдем, Саль. Молодец. Я хочу есть. Дашу. А мы на бусинку глотнула, да, Саль? Разбирайте шарики, мастики. Дарью Денисовну можно кушать. Настя, доставайте. Так, едим торт. Ой! Мальчишки, берите шарики. Глеб, а пуговка это мастика. Берите мастику. Глебусь, бери. Сереж, бери шарики, Сереж. Давай, ковыляйся. Бери, ковыляй. Стаканчик, бери в сторону. Это не баловство, это у нас один раз в день такое. Это не баловство. Это не баловство такое. Давай, дочка. Ей нельзя же сильно много сладкого. Так много не бывает такого. Сереженька, бери шарик, Сереж. А пуговки? Все. Это мастика, берите. Люсь, бери, пробуй шарики. Люсь. Шарики бери. Я не знаю, в чё это, шарики должны быть шоколадные. Малыш. Алиночка, берите шарики. День, берите шарики и пуговки. Разбираем торт, чтобы удобно было. Ой, Денис, ешь Дарью Денисовну? Да. Класс! Дайте Глебу еще пуговки. Берите! Глеб, бери пуговки, съедайте его, резать удобнее будет. Шарики все забирайте. Большие кусочки режь. Хватит? Хватит. Я первый кусочек хочу. Нет, я хочу папе. Вот его съела. Молодец. Нет. Я сейчас пойду к папе сяду. Так, дальше. Нет, давай Алине. Маме теперь. Второй кусочек маме. Денис. Тост за наших кумовей. Вы знаете, есть такие люди, которых нет. То есть за Алинкиных. Но они есть.
Вот. Ну, смысл в том, что как бы их вроде бы и нет, их незаметно, но ты всегда знаешь, что они есть. Вот. Вот мне кажется, что вы у них вот такие именно люди. Вот. Я уже такой дедушка старенький, вот. Я знаю, о чем я говорю. Вот. Поэтому я хочу выпить, очень хочу выпить за вас. За вас, за вашу дочечку, за ваших родителей. Вот. Спасибо вам большое, что вы стали нашими. У нас тоже есть кумовья, но родственники. Я очень рад, что вы стали нашими родственниками. Спасибо вам большое за вас. За вас, Саша, Настя и за Полину. Она так делает. Оть. Она когда вот так ей говоришь, она пляшет. Микрофон на Лёше. Беззащитный шипы. Что с вами сделал снег и морозы? Лёд витрин голубых. А люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней. О, белые розы! Алексей и трио гармония! И зимой, по весне, помни обо мне в новогоднем январе. Помни обо мне в желто-красном сентябре. И в июльской тишине просто помни обо мне. Помни обо мне. Пока, мой золотой, пока! Уходят наши козырятки. Даша, скажи папа. Папа. Денис, включи свет там, день в коридоре, а то им темно. Полюсь, а дайте Полюсе шарик. Дайте шарик. Шарик дайте. Тетя. Тетя. За тебя, дорогая тетя. Ты умница у нас. Спасибо тебе за все. Я сегодня видел, как она делала массажик Даше. Такой кайф ребенок может ловить только от человека, который искренне любит, искренне заботлив по отношению к этому ребенку. И ребенок всегда это чувствует. Всегда. Всегда, какие бы он ни был. Я очень люблю. Вот. И это видно просто, ну, видно это. Я говорю, за тебя спасибо. Спасибо, что ты так любишь нашу, в смысле, не нашу, а нашу. И нашу? Ой, Дашу. Вашу. Дашу. Спасибо большое. Ну, а мы уже дружненько перебрались на кухню, потому что Глебкин наш уснул. И мы вот самые стойкие перебрались и будем досиживать, догуливать Дашин день рождения. Все дружненько помахали ручкой. Молодцы. Продолжаем. Сейчас Игорёшка придет. Пошел проведать Зазульку. Всем самого доброго утра. Утро после замечательного праздника. Праздновали вчера Данечкин день рождения. Да? А теперь вот
собирают подарки. Вот такую вот штучку дальше подарили. Да, вон Глебушка рисует. Да, все тут вертится, все тут крутится. Сейчас вот тут вот телефон сделает Денис. Так, сейчас покажу. Вот такую вот куколку подарила крестная. Здесь три функции на музыкальное тоже. Памперс, смотрите, есть. Ой, соска. Чего только не делают сейчас для деток. Какие игрушки классные. На часах у нас без 25:10, ну, что-то там рядышком. И у нас сегодня 22 февраля. Понедельник, предпраздничный день. Вчера на самом деле здорово так погуляли. Но я, может быть, расскажу вам обязательно чуточку попозже. Хочу налить себе чашечку кофе, прям вот, но не могу. Слушайте, сестра, девчонки, мальчишки знают, что я кофеманка. И вот привезла мне кофе, говорит, попробуй. Вот я себе заварила, аромат просто вы себе не можете представить. Называется «Ирландские сливки». Я себе заварила просто. Сейчас вот даже хочу без ничего понасладиться кофеечком. Вот, но она говорит, в Пятерочке продается. Я не обращала внимания. Говорит, еще есть какие-то там, какой-то там еще вкус, какой-то там еще вкус. Но ей больше всего тоже нравятся ирландские сливки. Вот привезла мне парочку упаковок. Но если у нас есть, конечно, я буду такой брать. Обязательно. Дашин день рождения мне напомнил Новый год. Ага, как 1 января. Да, выставляем опять тарелки. Сейчас будем все доедать. А сегодня... вот самое вкусное, понимаете, заветрившиеся салаты пропитывают. Да. А у нас еще такая идея возникла. Мы хотим завтра, точнее, наши мужчины выйдут, пожарят шашлык. Вот, потому что морозец такой хороший завтра обещают. А мы с девчоночками здесь накроем стол. Вот, наверное, опять Люда с Лешей придут. Да, и будем наших мужчин поздравлять. Вот, с морозца хотим миска пожарить. Но это пока в планах. Надеюсь, что они осуществятся завтра. А там будем посмотреть. Да, сестричка? Угу. Созываем всех к столу. Будет давайте. Летающий тапок. Чего будет у вас? Летающий тапок. Давайте кушать. Оливье на балконе подмерзло. Вытащила сейчас его пока. Пусть корейку немножко погреется. Потом... Кого? Корейку. Надо вот это едать, да? Корейку. А, корейский салат ты имеешь в виду? Да. Давай достанем, что? Нет, давайте мы такие сначала. Давай, черемшу можно принести. Там же, или я ее выложила вчера, не помню. Садитесь уже. Ладненько. Всем, кто сейчас трапезничает, желаем приятного аппетита. Мы продолжаем праздновать. Всем самого доброго дня. Сегодня у нас 23 февраля, вторник. И, конечно же, я хочу поздравить от души с праздником, с Днем Защитника Отечества, сильную половину человечества. Пожелать всем-всем-всем мужчинам, которые нас защищают, охраняют, берегут, самое главное, крепкого здоровья, счастья, любви, удачи, благополучия семейного, благополучия материального и всего самого-самого наилучшего. Ну, я тут только что вот намыла голову, у нас продолжаются праздничные... дни. Игорёшка с Дениской пошли жарить шашлык в лес. У нас минус 24. Девочки, конечно, остались дома. Вот не знаю, и Руська сейчас найдет в себе силы и смелости спуститься к ним. А, уже нашла, она уже собирается. Какое счастье выпить водки у мангала с мужиками 23 февраля. Представляете, она идет. Нет, мы с Алинкой будем накрывать стол. Вот я уже приготовила шубу, у нас простенький стол на 23 февраля. Картошечка, пюрешка будет, то, что осталось с праздника. Отбивнушки, еще гнезда, в общем, будем все доедать. И вот я сделала свеженькую шубу. Конечно, будет шашлык, как всегда, конечно же, придут Люда с Лешей. Но у нас чисто, знаете, такой поздравительный ужин, потому что завтра будний день, а еще к тому же, знаете, такая печалька. Наша Дашулька затемпературила, температурка у нее, но мы все прекрасно понимаем, что это зубы, потому что у нее и сопельки, и... В туалет она ходит по-особенному, извините за подробности. Поэтому мы все-таки думаем, что это зубки. Так, на часах у нас
На часах у нас 2:30, собственно говоря, уже совсем скоро мы сядем за праздничный стол. Ну как праздничный, он по-домашнему будет праздничный, конечно. Вот. И что еще хочу сказать, я даже не знаю, новый это влог будет или старый, продолжение вот нашего праздника, где Дашин день рождения мы отмечаем, но посмотрим. Вообще все замечательно, и хорошо, что с одной стороны мороз, пусть убивают все эти микробы. В общем, пойду я дальше шуршать, а то скоро уже подойдут. Давай, Руська, Люда с Лешей, сфотографируй, там я вставлю во влог, как ты там на морозце водочку тяпаешь. Все, девчонки и мальчишки, еще раз с праздником поздравляю наших мужчин, нашу опору, наш тыл. И пусть будет мир на земле, всегда-всегда, пусть будет на земле мир, чтобы не было войны, чтобы наши мужья с работы возвращались всегда домой. Мужья, братья, сыновья, пусть все у всех будет хорошо. Нахвалила я опять, девчонки. Ладно, пойду себя в порядок приводить, сушить голову. Кстати, дети мне вчера тоже, не могу об этом не сказать, ходили гулять. Ну, они с мальчишками ходили в торговый центр «Светофор», там, в автоматы, в «Макдональдс». И дети подарили мне фен. Сейчас покажу, какой. Я прям даже обалдела. Вроде еще не 8 марта, но приятно получать подарки от детей. Я тут в ванной вам его покажу. Вот такой вот фен «Тефаль». Он такой легкий, такой классный. Здесь вот тоже 2 режима мощности и 3 режима температуры. Все, и вот еще холодный воздух. Все мне очень нравится. Классный фен. Хорошая фирма. Детям огромное спасибо. У нас тут семья блогеров. Иринка тоже у нас блогер, но она все выставляет в Инстаграм. Он снимает и пересматривает, снимает и пересматривает. Так, решила она Глебуську взять с собой, да? Посмотреть, как там мужички наши жарят шашлычок. Снимите на видео только, покажете потом, ладненько? Они где-то в лесу? Они в лесу, да, внизу. Ну, я побежал тут. Давай, давай, Глебусь. А вот коробочка от фена. Вот. Подарили фен, детки. Спасибо большое деткам. Деткам спасибо. Люсенька уже пришла. Привет. И Руся с мороза прибежала. Водочки уже там дерябнула прекрасненько. Так, ну у нас тут уже почти все готово. Сейчас ждем, шашлык уже подоспеет. И будем садиться, накрывать на стол. Так, вот у нас в термопакете готовый шашлык. Ой, смотрите, какая там красотень. Все, закрываю. Сейчас собираем на стол, и прям так жалко, не хочется, чтобы остывало. У нас, правда, еще картошка не доварилась, но мы, наверное, ее ждать не будем, она вот только закипела. Все, собираем. Собираем стол. Еще вот такой вот салатик сделали зелененький. Ой, девчонки, какой там день шел? С какого числа там? И, господи, с 20-го, как сестричка моя приедет. Третий день. Вот у нас такой праздничный стол на 23 февраля нашим защитникам. Мы накрыли, я так это сейчас гордо говорю, Игорюшка с Денисом шашлык жарили, я говорю, мы накрыли. Так, шашлык сейчас будет, ну да, мы делали вот девочками салатики, закусочки, вот как-то стол накрывали, поэтому можно сказать, что мы, вот у нас шарики, все по-праздничному. Зазулечка вроде бы поспала, сейчас вроде бы ничего себя чувствует. Вот, так что собираемся праздновать праздник, Леша он уже идет, ага, пришел, Леша, привет, с праздником. Привет. С праздником, давай целоваться. Ой. С праздником, с праздником. Служите России, суждено тебе и мне. Служите России в удивительной стране. Это еще и твой праздник. Да, ну я в запасе уже. Да, девочки, когда-то я тоже служила в армии. Я, по-моему, уже об этом говорила, а вот не помню. А вот и шашлык. Здесь и грибочки, и картошечка вот внизу. Вот такая вкуснота. Поэтому все мы уже в сборе. За стол зову я всех, всех, всех. Будем праздновать и тостовать. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Так, ну мы все в сборе. У нас все очень вкусно. Давай, хочется пробовать. Так, ну ладненько, пока отключаюсь, девчонки. С праздником всех! С Днем Защитника Отечества! Ура! Да, за вас! Готово. Господа гусары, предлагаю выпить
за наших боевых подруг, за наши. На самом деле, а ради чего все это? Ради наших жен, матерей, дочерей, сыновей. Да, это ради тут. Спасибо, Игорюшенька. А ради чего еще? Ваш праздник, а они за нас. Родина, да, а родина наша, это да, это наши семьи, это наши жены, это наши дети, это наши матери, отцы. Вот, и поэтому... Насколько сестер вытащила с собой? Сестры наши, братья. А да. Там же кофта вся в этих... Ура! Аплодисменты! Горюшенька сейчас так красиво сказал за любовь, а я немножечко продолжу. А нам это женщинам лишь и надо, чтобы пушки молчали, чтобы женщин всех-всех берегли от печали, тепло излучали, волнуя нам кровь. И вместе бы мы защищали любовь. Я очень надеюсь, Сонушка, что я волную тебе кровь. Дай поцелую. Волнователь. Я болт. Мой. Люсенька, давай. А, мы с тобой. Все, ура! Ура!